этом году плановое медицинское обследование должны пройти почти 12 тысяч человек. Пока внимание своему здоровью уделили менее 4 тысяч анапчан. Медики напоминают, предупредить тяжелые заболевания гораздо проще, чем их лечить, и рекомендуют обследоваться хотя бы раз в 3 года. Это позволяет выявлять хронические болезни на ранних стадиях и избежать осложнений. Утром выходного дня попасть на профилактический прием можно с 8 до 12 часов. Для прохождения процедуры диспансеризации надо заполнить анкету и получить направление к специалистам. Кроме того, по предварительной заявке десант врачей выезжает на территорию предприятия и в сельские округа. Более подробную информацию узнавайте по телефонам, указанным на экране.